Привет, привет, мои хорошие, привет, мои дорогие, дорогие друзья, ребятки, сегодня я решил поиграть в игрушку, которая называется «Фантастическая рыбалка». Да-да-да, друзья, я хочу порыбачить, вы представляете? Вот у меня есть такая удочка. Я нахожусь на берегу своего детства, да, это речка, в которой я ловил рыбку раньше. Да-да-да, друзья, вот так. Так, кто любит рыбалочку, сразу ставьте лайки и подписывайтесь на канал, друзья. Так, ну, ребят, смотрите, клюет рыбка. А, ух ты, ух ты. Так, надо ее ж подсекнуть сейчас, ребят. Опа, подсекаем и... Оп-оп-оп-оп, иди сюда, иди сюда. И есть, ребят, ёршик. 126 грамм. Ух ты, как для ёршика, по-моему, это круто. Давайте мы его запустим в садочек. А потом отпустим, да? А, нет, в садочек такие маленькие. Не отпускаются. Поэтому мы его... То есть не ложится. Поэтому мы его отпустим, друзья. И попробуем поймать что-нибудь получше. Так, 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 давайте. Вот, забросим, например, аж вон туда, подальше, подальше. Так, глубина, у нас глубина есть. 99 сантиметров, чик-чик. Вот так, и у нас поплавочек должен чуть-чуть вот так привстать. Ай, как хорошо на природе, друзья. Как же я люблю... Лес, речку, люблю поплавочную удочку, рыбалку, поплавочную рыбалку называют. Крутяк, да? Необычная игра у нас на канале с вами, друзья. Это не Talking Tom Movie, ха-ха-ха-ха-ха. Тут, слышите, тут птички поют, тут кузнечики чирикают. Даже музыка какая-то, ух ты, клюет, клюет, ну-ну. И раз, yes, подсекаем, ух ты, хорошенькая должна быть. Иди сюда. Иди сюда. Опа! Колюшка трехиглая. 20 грамм, друзья. Ха-ха-ха. Конечно, поймана в Подмосковье. И локация у нас называется «Берег детства на червяк». Короче, крупная. 60 грамм. А мой рекорд? Ну и ладно. Отпускаем. Опыта у меня становится все больше и больше. Так, друзья, надо поглубже забросить. Бдыц. Глубина 158. Так, мы сейчас попробуем на таких вот и половить. Глубину мы подстроили, чтобы, мне кажется, на глубине побольше, а покрупнее рыбка должна быть. Но это мне так хочется. Ух ты, клюет, клюет. Так, 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 так. И сейчас чуть-чуть потянет, и мы сразу же потекнем. Опа, есть. Иди сюда. Есть, смотрите, ротан. 11 грамм. Мелочь. Ну, капец. Да-да-да, мелкая сорная рыба. Конечно же, отпустить. Видите, друзья, надо вообще, мне кажется, вот сюда забросить. Блиц упал, поплавочек. А потому что надо глубину 143. Так-так-так-так-так-так. Вот сюда я хотел. Прям под берегом. Попробуем немножечко рыбку половить под берегом. Может, здесь клюнет какая-то крупная рыбка. Так, уже одна мелочь клюет, уже. Та-да-да. Смотрите, какая природа крутая. Да-да-да. Это фантастическая рыбалка, друзья. Прям крутяцкая. Та-ра-та-та. Так, друзья, ну как вам такая игрушечка? О, клюет, клюет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, это не карпуша. Карпуши так не клюют. Yes. Иди до папочки. Опа, бычок-кругляк. 87 грамм. Так, у меня был ипа. Ха-ха-ха-ха. И покрупнее бычок был. Так, ну вообще, куда забросить? Вот, 160 сантиметров. Может, прям на дно? Глубинку скорректировали. Опа, клюет, смотрите. Иди к папочке. И есть, 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 есть. И есть, колюшка трехиглая. Малявка, 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 малявка. Так, куда бы забросить-то? Пусть сюда и будет. Может, сейчас что-нибудь крупнее клюнет? Так. Эй, рыбка, ты где? Рыбка, 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 поймайся! Рыбка, 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 ловись-ка! Опа, опа, поклевочка, поклевочка, друзья мои! И ну, ну, опа, есть, иди сюда! Есть, ребят, бычок, 96 грамм, малявка. Ой, и сколько мне здесь ловить?
Пока хочу крупную донать. А как мне опыт повышать? Смотрите. Так, опыт. Уже 24 опыта у меня из 200. Ага, понятно. До уровня требуется тра-та-та. Ладно. Короче, я так понял, чтобы у меня новый уровень появился, я должен аж 200 рыбок поймать. С ума сойти. Куда бы забросить? 15 сантиметров. Это вообще прям под берегом. 20 у меня только. Вот сюда, ребят, перебросим. Там есть 21 сантиметр глубины. Посмотрим, что клюет под тем берегом. Забросили мы далеко. Прям под берег под тот. Там-па-пам. Ух ты. Ну давай, какой-то трофейчик. Ну повел, давай. Опа, есть, иди сюда. О, Колюха, вообще мелочь. Вообще, да, Колюшка трехиглая. Короче, не буду тебя ничего отпускать. Буду забрасывать дальше. Бульк. Бульк. Ребят, по-моему, в этой речке водится вообще одна мелочь. Мне кажется, здесь крупные рыбы. Так и не поймаем мы. Такие рыбки, что ого-гошки. Соловьи поют, птицы поют. Та-ра-ран, па-ра-ран. Ух ты. Так, какая-то рыбка решила пойматься. И... Блиц. Ну-ну-ну, давай. Передумала? Вообще прикол. Так, ребят, тишина. Опа, клюет. Давай, поведи немножечко, я тебя подсеку. Опа, есть, иди сюда. О, жук-плавунец. Иди гуляй, жук-плавунец ты. 38. Ух ты, прям поклевка сразу же, друзья. Вообще крутяк, иди сюда. Ух ты, уклеечка, 61 грамм. Угу, это уже крутяк. Так, что там такое? Что такое было? Так. Ух ты. Так, ну, крупничок будет. Бипс, ап, иди сюда. Так, ёрш обыкновенный, хорошо. Так, давайте забросим вот туда. Блик! Ёршики, жуки-плавунцы, уклеечки. Такое клюет, друзья, что просто на голову не налазит. А личные задачи? Рыбный спринт. Выловить 25 рыб, прогресс 0. Ладно, это мы уже в следующем видосике. Если друзьям понравится моим. Опа, ух ты, иди сюда. Так, ху-ху-ху. Крутяк, ну да ладно, хорошо. Ладно, друзья, на этом буду заканчивать. Вы мне напишите в комментариях, понравилась вам эта игрушка или нет. Чтобы я хоть знал. А то снимаю тут всякую ерунду, рыбалку. Все, мои хорошие, рад был с вами поболтать. Пишите комменты, ставьте лайки. Пока.